всем пламенный. Соскучились по обзорам нашей любимой тушеночки? Сейчас сделаем. Этот экземпляр мне очень интересен. Это у нас ГОСТ, говядина тушеная. Высший сорт, 338 грамм. Состав: говядина, жир говяжий, лук репчатый, свежий, соль, пищевая, лавровый лист, перец черный молотый. Изготовитель ООО «Консерв Сушпрод». Нижний Финга, Россия, Брянская область, город Стародуб, Ленина. Чем мне эта банка интересна? А тем, что эту банку я купил в Светофоре зимой. Вот боюсь сейчас ошибиться, но она стоила что-то в районе 36 рублей. Вы представляете себе? ГОСТ высший сорт за 36 рублей. Почему я как бы и потом начал заострять внимание на тушенках из этого магазина? Потому что мне очень интересно, что нам могут туда положить. Давайте сейчас я ее вскрою. Мы с вами проведем органолептический осмотр. А дальше все посмотрим уже по факту. И попробуем, если будет что пробовать. Ну что, ёкарный бабай, блядь, как всегда. Давайте, ладно, органолептический осмотр. Ну, пахнет как-то тушенкой, но как-то не особо хорошо. Давайте, ладно, сразу смотреть все. Почему она такая жидкая? Просто потому, что она хранилась у меня на улице при температуре. В банке ничего не осталось. Сейчас, секунду. Ну, в общем, думаю, будет нормально видно. Давайте смотреть по факту, что у нас здесь есть. А у нас с вами, кроме жижи, здесь нет ни хрена. Есть... чуть-чуть мяса, давайте я его попробую. Безвкусная тушенка. Типа того. Якобы говядина. Даже как-то она горчит, непонятно почему. Но из всего, так сказать, обилия вот этой жижи, вот такой кусочек мяса. Здесь еще что-то. Здесь еще что-то, здесь еще что-то. Короче, бред полный. Вот вам и высший сорт за 36 рублей. За 36 рублей мы получаем чуть-чуть мяса, а остальную жижу. С другой стороны, что мы хотели с вами за 36 каких-то рублей? Кто-то может возразить, да, магазин Светофор — это дерьмо полное, торгует дешевкой, некачественным товаром и чем-то там еще. Где-то я это уже слышал. Но это я уже говорил вам, и сейчас еще раз повторюсь. Если в магазине Светофоре вот эта вот тушенка стоит 36 рублей, она стоит 36 рублей, то такая же тушенка в том же самом сетевом каком-нибудь супермаркете, типа Пятерочки, Дикси или еще что-то, будет стоить уже 136 рублей. А магазин Светофор торгует по факту, ну, скажем так, вот таким вот дерьмовым товаром, но он из-за него берет сущие копейки. Вот к чему я клоню. Понимаете? Ну, не знаю. Если, конечно, давно я уже по 36 рублей там это тушло это не видел. Но я лично, допустим, вот такую взял по 36 рублей, если бы, грубо говоря, готовил каким-то бродячим животным. Ну, там, собаки, которые у нас здесь у сторожа сидит, там, или кошкам местным, которые иногда приходят к нам питаться. Пачку гречки сварить и, допустим, две таких банки туда бухнуть, и как бы для вкуса, и для жирности, и это для вот бродячих животных нормально. Для нас с вами, смотрите сами, то есть, ну, что это? Это ни о чем вообще. Короче, смотрите, в Светофоре дешевой тушенки хорошей быть просто-напросто не может. Если кто-то следит за моими обзорами, вот вам, пожалуйста, наглядный пример, высший сорт, что мы получаем. Не гоните за дешевизной. Я, конечно, за светофоровской дешевизной, если берете для себя. Ничего, скажем так, дельного вы не купите.